Ну что, ремонт продолжается? Или это только еще начало? Ну вот что у нас получилось и вышло. А из-за чего? Потому что ослабился подшипник. Как это показать-то? Вот так. Он вылезает. И гайки. Здесь вообще нет, надо искать. Все подсопаны. А ты что, Серег, сейчас делаешь? Вам? А зачем тебе? Решили поменять подшипник. А вышло. Вот так. Это мы долбоёбы, там два подшипника, да? Развалившие, да? Не развалившие, а он болтает. Выработка машина, да? Под тронаж, блин. Хорошая? Попробуй показать, видно это будет или не видно. Насколько провисли. Стали смотреть, решили поменять и вторую пару, то есть этих подшипников, то есть какая-нибудь там. 17 что, но не столь важно. И на вторичном вале на хвостовике просаженный оказался подшипник этот, вот уже поставили новый, поставили, так примеряемся. Вроде бы все хорошо, хотели все собирать, начинать, но сейчас попробую показать, будет видно, не будет. Вот. То есть я стал смотреть, оказывается, там и нету сепаратора, и все ролики собрались. Вот. Все ролики собрались, то есть вот он сверху. Сверху вот здесь вот. Вот здесь сверху нету роликов, а собрались они все в кучу вниз. Сюда эта часть из роликов, что является основанием к мысли о том, что данный подшипник пипец развалился. В общем, сейчас попробуем снимать ВОМ. Не сейчас, а буду дальше снимать и покажу ВОМ, весь вал, и попробуем этот стакан вытащить в мост, не снимая коробки, и засниму, покажу, как это у нас получится. Так что сейчас продолжим, посмотрим, что там будет. Ничего у нас не получилось, пришлось снимать задний мост, чтобы долезть до этого стакана и поменять подшипник. Смотрим дальше, что у нас получится.
Ямаху купил новую. Видишь? Вы его сломать хотите? В общем, получилось у нас снять задний мост. Сейчас пробуем снять стаканы, посмотреть подшипники, что там дальше творится в коробке. Смотрим. Пробуй руками. Моя страна. Не ломайте его, его надо чуть приподнимать. Я и не помню, блядь, как он снимается. Я его и не снимал. Давай стакан попробую открутить. Может, он со стаканом пойдет. Стаканом не пойдет. Видишь, разница. Ага. Короче, коробку снимать. Он сквозной. Через всю коробку. Ну, как мод, почти. Хуй, давай руками, хуй трактором тогда. Коробка, говорит, легкая. Сейчас, говорит, мы ее только за пивком сбегаем, да? А так, ну-ка покажи рожу-то сюда. А что? Еще выверни на себя! О! Назад! Низ надо!